Спускаясь вниз по склону, я как будто погружался в те события, которые произошли много лет тому назад, оставив яркую картинку в моей памяти после неоднократного просмотра фильма и прочтения книги. Где-то в этих местах, а может туда дальше, на тех склонах, среди тех скал, находилось логово двух львов, которые выходили на охоту на человека не только ночью и в сумерках. Они выходили на охоту днем. Высокая трава саванны скрывала льва полностью, и он мог появиться совершенно неожиданно и в любом месте, неся с собой страх и смерть.